Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Honda Civic 2012 года выпуска с бензиновым двигателем 1,8 литра, автоматической коробкой, пробег на автомобиле 80 тысяч километров. Клиент приехал к нам на СТО отдиагностировать тормозную часть на автомобиле. Появился какой-то скрип, писк при торможении, да и просто при трогании. Мы отдиагностировали машину, посмотрели задние тормозные колодки, посмотрели передние тормозные колодки по системам и выявили вот какую неисправность. Вот он, явный скрип. Даже не тормозя, происходит писк и скрип по колодкам. Износ здесь практически 100%. Колодок нет. Но можно только предположить, что на машине давно не обслуживались тормозные механизмы, не обрабатывались пальцы, потому что сам суппорт выдвинут, в принципе, максимально. Мы сейчас демонтируем старую колодочку, посмотрим, как работает сам цилиндр, ну и поглядим пальцы направляющих суппортов. Если нужно, то сделаем профилактику, заменим колодки, если не задрало диск с внутренней стороны. Ну и на этом будет наш ремонт завершен. Мы столкнулись с нештатной ситуацией. Вернемся опять же к автомобилю. Это левая задняя система тормозная. Все здесь прекрасно работает, цилиндр сжимается. И вот задние тормозные колодочки. Они, в принципе, изношены на 50%. А вот по правой стороне колодок, по сути дела, не по сути дела, их просто нет. Они стерты в ноль под 100%. Ну, мы можем только предположить, что ранее, где менял колодки клиент, в предыдущем техцентре выполнили свою работу недобросовестно. Могли с одной стороны поменять колодки, а с другой стороны нет. По правой стороне тоже все вращается, цилиндр сжался, и направляющие пальцы здесь работают. Но профилактика не проводилась никогда. Пластины, которые стоят в тормозной скобе, не обслуживались и ни разу не мазались. Поэтому мы сейчас выполним замену тормозных колодок. Диск при этом не пострадал. То есть клиент приехал, ну, практически, можно сказать, что ему повезло, что мы не выполняем еще замену дисков. По времени наша работа займет около часа, и сумма ремонта составит 1010 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. И при выполнении каждого ремонта мы предоставляем своим клиентам старые запчасти, чтобы они видели, что выполнена замена. И можно посмотреть, действительно, да, что все запчасти поменены. Гарантия на наши работы 24 месяца. Если вы больше хотите узнать о ремонте автомобилей, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.